Привет, друзья! Скажите мне, пожалуйста, только честно, только вот прям честно-честно. А вы любите шоколадки? Ладно, кого я обманываю, я и сам их люблю. Поэтому сейчас я покажу вам супер-крутой баг, который позволит вам получить абсолютно новые шоколадки в Тока-Бока. Отправляемся в пекарню, и здесь нам понадобится найти два ингредиента. Самый первый ингредиент — это вот такая вот шоколадная паста. Второй ингредиент лежит вот здесь, и выглядит он вот так. Это вот такие вот яркие вкусные конфетки. Открываем их. Открываем пасту. Бутербродик можно скушать. Теперь аккуратненько на тарелочке давайте попробуем совместить нашу открытую шоколадную пасту вместе с теми конфетками, которые мы нашли. И у нас получаются вот такие вот редкие шоколадные конфеты с нежным шоколадным кремом внутри.